Здравствуйте, товарищи. Радио «Аврора» приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Кирилл Рычков и на прямой связи с нашей студией историк Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Мы продолжаем серию прямых эфиров под условным названием «А правда ли что?», в рамках которой наши уважаемые эксперты опровергают или, наоборот, подтверждают те или иные ваши сомнения, слухи, иногда откровенные мифы и байки. Евгений Юрьевич, первый вопрос от меня. Не могу не поинтересоваться. Знаю, что вы тоже смотрели пресс-конференцию по итогам объединительного съезда партии «За правду» со «Справедливой Россией» и «Патриотами России». Хотел услышать ваше мнение. Ну, на самом деле, я видел эту пресс-конференцию. Правда, не сначала. Я случайно на нее наткнулся. Но она у меня оставила очень тягостное впечатление. Понимаете, дело в том, что если вот такие люди являются собой как бы новое или обновленное политическое руководство страны, я говорю именно о политическом руководстве, не о государственном. Понятно, что они не занимают никакие государственные посты, но они претендуют на определенную роль в российской политике, если она вообще есть, эта политика. Ну, самые удручающие, так сказать, мысли у меня возникли в связи с этой пресс-конференцией. Во-первых, насколько я понял, Прилепину было все до лампочки. Он сидел с таким скучающим видом, отрешенным, я бы сказал, даже видом, и так нехотя ответил там на какие-то вопросы. По-моему, всего на один вопрос, по крайней мере, который я слушал. Ну, активничал Миронов, а активничал Семигин. Но Семигин – это вообще, я не знаю, где вообще такие хранятся вот нафталиновые сундуки и вот подобного рода персонажи. Во-первых, он раздобрел, не на шутку. Он говорил такие банальности, ну, которые слышать от взрослого человека просто стыдно. Его там спросили по поводу госплана, и они начали говорить по поводу, что уже давно действует закон о каком-то государственном стратегическом планировании и т.д. и т.п. Какое это отношение имеет к госплану, я вот, ей-богу, не понимаю. Люди, что ли, не знают о том, что собой представлял госплан вообще, что это был штаб советской экономики, и что планы, которые утверждались госпланом, они были законом. Возьмите, например, советское время. Каждый год, либо в ноябре, либо в декабре, проходил пленум ЦК, обязательно проходил пленум ЦК, на котором выступал генсек, на котором выступал министр финансов и на котором выступал председатель госплана. И там, на этих пленумах, утверждались годовые планы социально-экономического развития страны, финансового года и т.д. и т.п. И попробуй только не исполни этот план. На тебя посыпятся кары небесные. Поэтому, кстати, многие руководители предприятий, учреждений и так далее обивали потом пороги, в том числе госплана и Минфина, чтобы им в законном порядке, я вот это хочу подчеркнуть, скорректировали эти планы в сторону уменьшения, чтобы они, не дай бог, не попали под раздачу, как раньше говорили, под какие-либо санкции. А сейчас, ну и что, существует этот закон о каком-то стратегическом планировании? У нас что, наша экономика развивается в рамках этого стратегического планирования? Да я вас умоляю. И эти люди сидят на голубом глазу, несут подобного рода чушь. То, что касается Миронова, ну, совершенно очевидно, почему ему в подпорку поставили Прилепина. Потому что я так подозреваю, может, я, конечно, ошибаюсь, первоначально Миронова хотели слить. То есть вообще, он уже надоел, он скучный, он не харизматичный. Поэтому именно под него, условно говоря, готовили вот эту партию Прилепина. Партию «За правду». Но она не успела создать свои региональные структуры. Там стал вопрос с финансированием. Да и показала она себя не очень хорошо на региональных осенних выборах.
Поэтому проект, что называется, стал трещать по швам. Миронов не дурак, он давно уже во власти. Он понял, к чему дело идет. Поэтому возникла, видимо, договоренность объединить усилия. И тут, как нельзя кстати, вытащили из дневника вот этого раздобревшего Семигина. Но он настолько долго сидел в берлоге и долго так сосал лапу, что он разожрался не на шутку, понимаешь? У него вообще лицо ни в один телевизор теперь не влазит. Вот. Но, тем не менее, он играет роль политика. В свое время Семигинскую партию ведь создавали как подставу под КПРФ. Вот. Чтобы она оттягивала эти голоса. И, заметьте, ее всегда допускали до выборов. Она чуть-чуть, но оттяпнет там. Процентик, полтора, но чуть-чуть, но оттяпнет вот с этого левого электората. А с лесу посёсеньки, как говорится, да, и на гробик. Ну, вот. Поэтому вот как этот Черномырдин в свое время говорил, у нас что ни создавай, все КПСС получается. Именно КПСС. Не РСДРПБ, не РКПБ, не ВКПБ. То есть революционная большевистская партия. А уже КПСС. Такая бюрокраченная, такая дряхлая. Коммунистическая партия Советского Союза, которая, условно говоря, все сдала. Все, что можно и нельзя. Ну вот у меня такое впечатление создалось относительно этой партии. У меня вообще большой вопрос вот к лидерам так называемых парламентских партий, которые собираются осенью идти на выборы. Ощущение у меня вот складывается таким образом, что люди вообще на эти выборы не пойдут. Понимаете? Потому что одни и те же персонажи, одни и те же лидеры. Люди уже разуверились во всем. И понятно, что перед администрацией президента стоит задача активизировать вот этот избирательный процесс, чтобы Государственная Дума получила хоть какую-то видимую легитимность. Не знаю, как они это будут делать, вот ей-богу, понимаете? Ну, Жириновский превратился уже в откровенного клоуна. Просто в откровенного клоуна. Если раньше еще люди каким-то образом к нему прислушивались, то сейчас, я думаю, процент людей, которые будут его поддерживать, он резко упадет. У коммунистов тоже, мне кажется, я не знаю, какие у них там будут телодвижения, но мне кажется, что чтобы получить что-либо более-менее приличное на выборах, это надо идти не просто с какой-то программой, а с новым лидером, при всем моем уважении к Зюганову. Но там большая проблема, вообще в партиях наших большая проблема лидерства. Вот мы часто упрекаем Брежнева, что вот он, дескать, вовремя не ушел. Ну и кого-то других там. Ну а сколько Жириновский находится во главе партии? 30 лет? Ребята, вы что, с ума сошли? Не могу не спросить, а за что вы испытываете уважение к Зюганову? Ну, я уже говорил о том, что в свое время он спас, конечно, партию от полного разгрома и запрета и превращения ее в маргинальную структуру. Но сейчас мне кажется, что он ведет неправильную линию. Мне кажется, что в нем с возрастом стал преобладать сервилизм. Для политики сервилизм – это губительное дело. Если ты позиционируешь себя как партия оппозиционная, причем главная оппозиционная партия, то негоже подстраиваться под настроение начальства и играть на поле той же «Единой России». Понимаете? Ведь для тебя «Единая Россия» как партия – это главный твой оппонент. Ты должен бить, что называется, со всех сторон и насмерть. Про Жириновского я вообще молчу. Он себя вообще очень некрасиво повел. Вот как стукачок такой мелкий.
Даже вот стыдно за него. Но в таком возрасте человек, господи, сидишь в присутствии президента, доносишь ему на Рашкина и делаешь это в присутствии Зюганова. Ну, вы чего, ребята? У меня, например, все это вызвало, вот как у человека просто, вызвало отторжение. Все это. Потом, дальше, Государственная Дума, как властный институт. Но люди уже давно не рассматривают Государственную Думу как, во-первых, реальный парламент, а во-вторых, последние законодательные инициативы депутатов Госдумы, они просто вызывают оторопь. Такое впечатление, что они от безделья уже с ума посходили. Например, та же вот история с увеличением штрафов. Но у нас люди и так нищие, перебиваются с хлеба на воду, понимаете? А вы все штрафами, штрафами, штрафами. Так тогда для кого государство-то? Для людей или для чиновников и депутатов? Это риторический вопрос. Ну вот об этом и речь. У меня вообще такие пессимистические настроения насчет всего этого. До какой степени? Не знаю я. В моем представлении все-таки Государственная Дума должна была, ну или вернее парламент должен быть как бы, ну не сказать сборищем, а как бы конгломератом людей, действительно выдающихся, которые пользовались бы безграничным доверием и любовью своего народа. Но вспоминайте Верховный Совет СССР. Маршал Жуков, маршал Рокоссовский, Покрышкин, Кожедуб, Гагарин, Королёв, Келдыш. Цвет советского народа. Вот кто сидел в парламенте страны. И ни у кого не возникало вообще никаких иллюзий по поводу того, что эти люди недостойны быть представлены в Верховном Совете СССР. А сейчас назовите мне, кого бы вы могли поставить в пример в Государственной Думе? Ну, Неверов, например. Сколько он там руководит уже этой Государственной Думой? Для пота повесил себе там в кабинете этот телефон шахтерский. Говорит, работает. А ты куда звонишь-то? Работает он у него. Я когда спрашивал, до какой степени пессимизм, имел в виду, что все-таки с исторической точки зрения, как вы считаете, подобное положение, если ничего не меняется, но к чему приведет? Трудно сказать. Но ни к чему хорошему это точно. Понимаете, когда у народа теряется уважение к власти, когда власть теряет некую сакральность, то это печально заканчивается для власти. Понимаете? Вот народ это не... у нас терпеливый. Ну, неверие народа во власть – это вообще вещь очень опасная. Если есть какое-то доверие, к исполнительной власти, то к законодательной власти у наших людей вообще нету доверия. Вот если бы я был бы президентом страны, условно говоря, вот первые мои указы, я вам честно говорю. Во-первых, я разогнал бы Совет Федерации. Совершенно ненужная структура, надстроечная структура, так называемая Верхняя Палата Парламента. Это райская группа, где сидят бывшие губернаторы и всякого рода чиновники. Зачем она нужна? Эта палата не нужна, она абсолютно. Никакого ватирования законов там не происходит. Там сплошное одобрямс. То, что касается Государственной Думы. 450 депутатов, 450 бездельников. Зачем такое количество депутатов? Половина из которых на работу-то не ходит. И зачем проводить выборы, на которые тратятся большие деньги, которые очень часто фальсифицируются. Причем это признают даже
члены правящей партии «Единой России». Значит, нужен какой-то другой формат, или, вернее, другой принцип форматирования Государственной Думы. Может быть, делегирование. Вот как, например, в первые годы советской власти, как формировался съезд Советов. На низовом уровне проходили выборы, то есть на уровне поселков, городов. Затем шло делегирование избранных депутатов в областные, краевые, республиканские советы, а затем уже и на общесоюзный уровень. Вот таких делегатов со всей территории, ну, можно набрать там, условно говоря, если у нас, сколько там, 85 регионов? 86, кажется. 86. Ну, вот по два человека от каждого региона. Вполне достаточно. Понимаете? И чтобы они не сидели там сиднем. Ведь дело в том, что... Ну, тогда логичнее было и политические партии запретить. Ну, не запретить, а просто отказаться от этого института, чтобы представительство было персональное. А я давно уже говорил о том, что политические партии – это анахронизм. Тем более в том виде, в котором они существуют сейчас. Вот вам опять, возвращаясь к этой пресс-конференции партии, как она теперь называется? Справедливая Россия... За правду. Нет, Справедливая Россия, патриоты за правду – полное название, и Справедливая Россия за правду – короткое название. О, Господи. Вернее, полное название – Социалистическая партия, Справедливая Россия, патриоты за правду. Национал-социалистische Deutsche Arbeiterpartei. Национал-социалистическая рабочая партия Германии. И чего дальше? Смысл-то в этом названии? Да они могут себя... Смысл тот же самый – оттянуть голоса у коммунистов. Ну, естественно, это же понятно. Ты меня сбил по поводу партии, что-то я хотел сказать, забыл. Про запрет партии обсуждали, что они не нужны. Но дело не в запрете партии. А, вот я вспомнил. Вот сидят эти ребята на пресс-конференции. Я сразу, будучи, так сказать, по своим представлениям марксистом, ленинцем, с точки зрения Ленина оцениваю партийное строительство. Ленин, в отличие там, от того же Милюкова, я уже говорил об этом, но не грех еще раз повторить, сказал, что партии создаются по классовому принципу. Не надо тень на плетень наводить. Социалистическая, буржуазная там, или какая-то квазибуржуазная. Вот эта партия, она отражает интересы какого класса? Какого-какого? Буржуазии. Ну, вот и все. Ну, вот и все. А называться она может как угодно. Социал-демократическая партия современной Германии, она тоже мелкобуржуазная партия. Интересы мелкого, среднего бизнеса и германских бюргеров она выражает. Понимаете? Там есть коммунистическая партия Германии, но они не слышны, не видно. Сейчас я имею в виду. Понимаете? Поэтому это все туфта абсолютнейшая. Потому что партии создаются исключительно как выражение классовых интересов. Если это интересы наемных работников, пролетариев, неважно какого, физического, умственного труда, то это будет коммунистическая партия. Если это партия мелких хозяев, то это будет эсеровская партия. Называйте ее как хотите. Если эта партия будет крупной буржуазии, то это будет партия октябристов. Ну, условно говоря, понимаете? Если это будет партия, стоящая на защите интересов крупных латифундистов, земельных собственников, ну и прочие лабуды, то это будет правомонархическая партия. А под это подстраиваться будет и их программные установки политического характера. Не случайно у нас есть партии, которые возглавляются крупными олигархами, ратующими за восстановление монархии. Понимаете? Что это за партия? С классической классовой точки зрения, это правомонархические партии.
которая отражает интересы определенной части капитала с определенными идейными установками. Никакого отношения эти партии там к защите интересов народа не имеют. Они говорят о защите национальных ценностей, но понимаемых ими национальных ценностей, понимаете, с их классовых позиций, защиты их интересов капиталистов, в том числе на мировом уровне, то есть на мировом рынке. Поэтому я не знаю, все пошло в такой разнос, в такой раскардаш, что это тем более я еще более-менее что-то понимаю, поскольку у меня соответствующее образование. А вот обыватель обычный, с 10 классами образования, либо с каким-то техническим образованием, который замордован жизнью, который, так сказать, с утра до вечера на работе впахивает за копейки, а потом еще решает кучу всяких бытовых проблем. Он что, будет разбираться во всех этих тонкостях? Да нет, конечно. Ему вообще это не интересно. Политика ведь как таковая интересна очень небольшому сегменту людей. Ну, процента 2-3, ну, может быть, 5 максимум. Вот. А 95% от политики настолько далеки. Так что вот таким вот образом. И, кстати, вот на невежестве людей, на их, я прошу прощения, но так оно и есть, серости, и на их нежелание участвовать во всей этой политике, потому играет очень часто. Не случайно простые люди говорят: а вы все одним миром мазаны. Понимаешь? Все, кто дорвется до власти, все будут воровать. Вот это позиция обывателя. Вот я сколько не говорил с людьми, вот с самыми обычными людьми, старушками на скамейках, понимаешь, или той же молодежью. Им что Жириновский, что Зюганов, что Миронов, что Прилепин, что Спицын, что Рычков и так далее, и так далее. По барабану. Все одним миром мазаны. Все рвутся к кормушке, все хотят урвать себе кусок пожирнее и погуще. Вот, поэтому вот так вот. Так что политика вот в таком привычном смысле этого слова или привычном понимании, она сдохла уже давным-давно. Существует правящий класс. Вот правильное есть определение. Правящий класс, который отражает интересы того класса, который обладает средствами производства. В буржуазном обществе это будет буржуазия, в феодальном это будут феодалы, ну и так далее. Так что вот так вот. Причем я замечу, что очень часто интересы правящего слоя или правящего класса, они не всегда совпадают с интересами того, в чьих руках находятся средства производства. Классический пример – события февральской революции. Кто сверг государя-императора и царское правительство, которое объективно выражало интересы буржуазии? Сама же буржуазия и свергла. Понимаете? Или тот же конфликт, например, с Навальным. У нас-то люди не очень разбираются и говорят, что вот типа Навальный там противник власти, противник правящего режима. Кто это вам сказал-то? Вы почитайте его программу. Он просто хочет подвинуть, условно говоря, одну группировку буржуазии от власти и самому взгромоздиться. Вот и все. Поэтому в данном случае я вот к программе Навального отношусь, безусловно, отрицательно. В продолжение разговора о госплане, тут подписчик сравнивает госплан до 57-го года и после, предполагая, если даже сказать, обвиняя, что он в некотором смысле, что последующая после, имеется в виду, 57-го года деятельность его и привела к разрушению СССР. А что было в 57-м и насколько вообще справедливо сравнение до и после? Я прошу прощения, человек, который задает этот вопрос, он слышал звон, да не знает, где он. Причем тут 57-й год? Вообще-то реформа... Ну, так вот я вам об этом и говорю. Вообще-то реформа госплана проводилась в 55-м году. Его поделили, старый госплан, на две структуры. Привычный госплан по перспективному планированию и госплан по текущему планированию.
Тогда эти структуры возглавили Сабуров и Первухин. Одно время там возглавлял эту структуру Ломака, ну и так далее, и так далее. Там вообще была такая чехарда с этими госпланами. Там и Байбаков тоже возглавлял. При Хрущеве вот эта реформа госплана, она проходила перманентно, постоянно. Это создавало совершенно ненужный параллелизм в работе, раз, и совершенно ненужное противостояние между разными правительственными структурами. В конечном итоге сам же Хрущев в конце, прошу прощения, ну да, в конце своего правления, в 1962 году, все-таки попытался восстановить госплан в прежних, полномочиях, как это было при Сталине. Но у него плохо получилась эта затея, потому что там параллельно с госпланом был создан ВСНХ. Сначала просто СНХ, Совет Народного Хозяйства СССР, который возглавил Дымшиц, а в марте 1963 года ВСНХ, который возглавил Дмитрий Федорович Устинов. И по своим полномочиям Устинов, говорят, он даже переплюнул Косыгина, потому что у Хрущева было тогда два первых заместителя председателя Совета Министров, Косыгин и Устинов. Так вот, многие министры разгромленного Совета Министров, они предпочитали иметь дело именно с Устиновым, а не с Косыгином. Потом уже, после того, как Хрущев был снят, и была восстановлена прежняя сталинская система Совета Министров СССР, был воссоздан как бы сталинский госплан, во главе которого был поставлен Байбаков, имевший уже опыт руководства госпланом и СССР, и РСФСР. Но дело в том, что вот этот Байбаковский госплан, он не стал самостоятельной фигурой. И вот почему. При Сталине председатель госплана, как правило, входил в состав высшего советского политического руководства. То есть был членом или кандидатом в члены Политбюро. Но далеко ходить не надо. Валериан Владимирович Куйбышев до войны. Тот же Николай Алексеевич Вознесенский после войны. То есть это были фигуры, равновеликие по своему политическому статусу главе правительства. А Байбаков никогда в состав Политбюро, или вернее до этого Президиума ЦК, а затем Политбюро ЦК, не входил. Делайте отсюда выводы, что госплан как штаб как бы экономического развития страны, он стоял как минимум на ступеньку ниже, чем он стоял во времена Сталина. Так что вот так. Как вы считаете, насколько было осмысленно в СССР те строгие преграды для въезда за границу и жесткий контроль за туристами, работниками, как въезжающими, так и выезжающими? Слушайте, ну, не надо тоже думать, что за каждым, кто выезжал за пределы Советского Союза, устанавливалась какая-то слежка со стороны агентов КГБ, там, филеров и т.д. и т.п. У меня, например, родители выезжали по путевке за границу, и никаких проблем. Это обычно, когда какие-то театральные коллективы, крупные театральные коллективы выезжали за границу, то обязательно в группе присутствовал, грубо говоря, там, так сказать, представитель конторы. С чем это было связано? А с тем, что актерская среда – это особая публика. Среди них были люди, которые были хорошо известны, в том числе и на Западе. И с точки зрения чистой пропаганды, например, понятно, что спецслужбы Запада работали в том числе и для того, чтобы кого-то переменить на Запад, чтобы получить своеобразный, что ли, козырь в идеологической борьбе, показать западному обывателю: вот смотрите, еще один обиженный властью великий деятель культуры, там литературы, искусства, поменял вот эту тюрьму на жизнь в свободном мире. И вот чтобы не было таких эксцессов, ненужных, конечно, нашей стране, в составе этих
труп, выезжающих за рубеж с гастролями, и присутствовали сотрудники КГБ. А то, что касалось обычных туристов, которые по профсоюзной путевке ездили в те же круизы, ездили, например, в Средиземное море в те же круизы, вот в каком я был, например, никаких проблем в этом не было. Там, например, в ту же Францию там, или куда-то. Просто была такая негласная как бы установка, что человек должен сначала съездить куда-то в соцстрану, например, в Венгрию, в Болгарию, в Чехословакию, а второй раз он уже может ехать во Францию, Италию и так далее. Но дело в том, что многие простые люди не могли себе позволить такой роскоши. Не потому, что их не выпустили бы, а потому, что это стоило довольно дорого. Не каждому было по карману потратить, условно говоря, там 500 рублей на то, чтобы съездить на недельку во Францию там, или в Италию. Вот о чем речь-то шла. А не потому, что людям запрещали и не пущали. Такого не было. Не надо рассказывать сказки. Так же, как сейчас, кстати. Ведь у нас за границу до недавнего времени ездило от силы там процентов 10, наверное, населения. И то многие куда ездили-то? В Египет и в Турцию. А в Европе, я вас уверяю, там, ну, может быть, процентов 5 побывало из всех вот выезжающих, кто мог позволить себе отдохнуть, так сказать, с семьей где-нибудь там в Испании или в Италии. Потому что там дороже. А каждый считает, так сказать, копеечку, чтобы, не дай бог, не лохануться и так далее. Так что это вот, ну, как бы представление такое во многом навязанное. Такого не было. Конечно, не было свободного вот такого выезда, как сейчас. То есть ты пошел в какую-то турфирму, купил себе. Тогда покупали эти путевки через интурист или через профсоюзную организацию. Вот. В этом была, условно говоря, сложность. А не в том, чтобы вообще выехать за рубеж. Если были какие-то подозрения в неблагонадежности лица, то там, да, ему могли сделать запрет на поездку. А для всех остальных никаких вопросов вообще не было. И у нас многие, кстати, вот я знаю, даже у матери на работе выезжали на отдых и в Болгарию, и в Венгрию, и в Чехию. Ездили там в ту же Италию. Обычные работницы. Их было немного, но они ездили. Кто мог себе позволить вот с финансовой точки зрения совершать эти поездки? За какие заслуги президент Египта Насер получил от Хрущева звание Героя Советского Союза? Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры. Слушайте, но это надо спросить у Хрущева. Дело в том, что для многих членов высшего руководства это было, ну, своеобразным шоком. Ему тоже такие вопросы задавали. За какие такие заслуги лидер буржуазного государства получил звезду Героя Советского Союза? И не только он, кстати, один. Тут, наверное, сюда же вопрос. Как и почему возник альянс между СССР и многими арабскими странами в 50-е годы? Ну, это долгая история. Я об этом подробно писал и в своей книжке «Хрущевская слякоть», и вот сейчас в брежневской книжке тоже об этом пишу. Дело в том, что Ближний Восток был одним из узлов противостояния нас и американцев. И мы там разыгрывали свои карты. Израиль с самого начала практически стал плацдармом американских интересов. А мы, соответственно, стали играть на противоположном поле. Это первое обстоятельство. И второе обстоятельство. Там же в 50-е годы начнется так называемое антиколониальное движение против той же Британии, против тех же французов и так далее. И мы подстегивали или подхлестывали это антиколониальное движение, придавая ему соответствующий политический окрас. Там же пошло создание, например, тех же социалистических структур, партийных, я имею в виду, ну, например, партия БААС, которая была в том же Ираке или в той же Сирии. Например, небезызвестный Хафиз Асад, отец нынешнего президента Сирии, Башара Асада, он был одним из лидеров вот этой партии БААС,
партии социалистического возрождения. Ответвление этой партии БААС было в том же Ираке. Например, тот же Саддам Хусейн. Он же был лидером вот этой партии социалистического возрождения Ирака, там, условно говоря, и так далее. Понятно, что Советский Союз опирался именно на эти арабские режимы, во-первых, для того, чтобы свои экономические интересы реализовывать на Ближнем и Среднем Востоке, во-вторых, с тем, чтобы иметь мощный плацдарм в виде союзных держав в противостоянии с Соединенными Штатами, и в-третьих, с тем, чтобы наконец-то решить вот эту вот палестинскую проблему, которая, ну, по сути дела, была детонатором всех вот этих арабо-израильских войн. И потом вы имеете в виду, что по инициативе того же Насера, ведь одно время там на Ближнем Востоке, на севере Африки существовала Объединенная Арабская Республика, ОАР, так называемая, в составе Сирии, Иордании и Египта. И они спали и видели, как бы вот этот анклав под названием Израиль был бы уничтожен, полностью уничтожен. Потому что он был вставной челюстью в рамках вот этой вот общей государственности. Поэтому Советский Союз активно и поддерживал арабский мир. Ничего тут удивительного нету в этом. А кто вы сказали, что кто-то еще получил героев? Ну, там, по-моему, получил героя министр национальной обороны Египта. А, тоже от Хрущева, я так понимаю. Тоже от Хрущева, да-да. Ну, надо сказать, что, кстати, Насер, в отличие от Садата, он был искренний сторонник союза с Советским Союзом. У него были большие проблемы с сосудами. Он уже в 40-летнем возрасте перенес первый инфаркт. Потом у него закупорка сосудов ног была, он постоянно лечился от нее. И потом он скончался от очередного инфаркта. Если я не ошибаюсь, ему было вообще 51 год. Ну, для политика это время расцвета. При той медицине он же постоянно ездил к нам. И лежал не только в Москве, но и на Кавказе, в этих серных ваннах и т.д. и т.п. Вот. Брежнев, кстати, его очень ценил и просил Чазова сделать все, чтобы продлить его годы. Но не удалось, что называется. А вообще надо сказать, что, конечно, Насер не был никаким социалистом, это все ерунда. Вот. Это были египетские националисты. А к власти вот во всех этих бывших колониальных странах пришли именно националисты. Так это естественно, это выражало как бы существо. Другие к власти бы не смогли там прийти. И тот же Мао был националист. Другое дело, что они рядились вот в эти социалистические итоги. Так что вот таким вот образом. Как бы вы оценили фигуру Суслова и его роль в советской истории? Есть ли какие-то исследования о его влиянии, о его взглядах, позициях? Что это был за человек в личном плане и идейном? Есть исследования, посвященные фигуре Суслова. Ну, в частности, выпускал книгу о нем в соавторстве небезызвестный Рой Медведев. Но я бы не рекомендовал читать эту книгу, поскольку она напичкана огромным количеством просто фальсифицированных фактов и лжи. Есть воспоминания о Суслове его зятя, Леонида Николаевича Сумарокова. Это довольно известный ученый, член-корреспондент Академии наук, который работал в системе ГНТК, то есть Госкомитета по науке и технике СССР. Он еще в 2002 году выпустил первые мемуары, а затем уже в 2008 году он как бы их дополнил. Первые мемуары у него назывались так. «Другая эпоха». А вот вторые мемуары, они получили название «Феномен Суслова», где он не столько рассказывает о самом Суслове, сколько говорит о его, условно говоря, политическом портрете. Я, естественно, Михаила Андреевича не знал.
И у меня тоже до определенного мнения был сформирован, что ли, такой довольно превратный портрет этого человека. Сейчас, вот при написании своей книги, эта фигура для меня представляется более, что ли, масштабной, чем она представлена в обыденном сознании. Во-первых, начнем с того, что Суслова на работу в ЦК партии привел никто иной, как Сталин. А Сталин просто так пустых людей, необразованных людей, не патронировал. Вот для меня это уже знак качества. Второе. После войны Суслов занимался чрезвычайно важными вопросами и занимался ими довольно успешно. Что это были за вопросы? Вот у нас традиционно его называют главным идеологом. Я бы сказал, что это неверная оценка, которая была навязана во многом вот теми самыми роями Медведевыми. При Сталине Суслов в основном занимался кураторством международного рабочего и коммунистического движения и тех стран народной демократии, которые потом составили костяк Варшавского договора. И вот судя по итогам этой работы, он показал себя блистательным организатором. Вот надо отдать ему должное. Я вам хочу сказать, вернее, я уже об этом говорил, но опять-таки не грех напомнить. Сталин первоначально не собирался создавать из Польши, Чехословакии, Венгрии, Болгарии и далее по списку какой-то блок социалистических держав. Его вполне устраивало, если бы вот по всему периметру западной советской границы сложились бы режимы народных демократий, где существовали бы коалиционные правительства, где было бы право легальной деятельности коммунистических и рабочих партий и т.д. и т.п. И в этом состояла первоначальная задумка Сталина и его договоренности, в том числе и с Рузвельтом, и с Черчиллем. Но после смерти Рузвельта и отставки Черчилля вот эти договоренности, которые были достигнуты в октябре 44-го, феврале 45-го года, я обращаю внимание, когда они были достигнуты. Не октябрь 44-го, февраль 45-го года. Конец войны, но еще идет война. Вот тогда эти договоренности были достигнуты. Важные очень договоренности. Они были похерены прежде всего западными странами, прежде всего Труманом, который взял на вооружение вот эту идею, доктрину сдерживания коммунизма. Первоначальная доктрина американцев называлась именно так. Это потом уже будет более агрессивная доктрина отбрасывания коммунизма, но пока сдерживание коммунизма. То есть недопущение коммунистов на новой территории. Вот. И в рамках вот этих договоренностей возник план Маршалла. И мы поехали на Парижскую конференцию. Мы готовы были участвовать в Парижской конференции. Но когда маршал привез условия получения западных кредитов, я имею в виду американских кредитов, западными странами, европейскими, той же Франции, Италии и так далее, то там одним из пунктов было изгнание из состава правительств, претендующих на получение этих кредитов, всех коммунистов и социалистов. Французы и итальянцы тут же взяли под козырек. Но такой оплеухи, извините, Сталин перенести не мог. Он тут же дал команду Молотову ехать обратно. И тут же полетела команда в Варшаву, в Прагу, Будапешт и так далее, отозвать свои делегации с Парижской конференции. Вот это своеобразный Рубикон. Почему Сталин уже окончательно понял, что договориться с Западом не удастся, и что надо создавать свой военный блок. Почему я говорю военный блок? Дело в том, что в апреле 49 года был создан НАТО. В рамках вот как раз последствий этого первого берлинского кризиса 1948 года, как ответ на это. А это был очень
тяжелый, критический кризис. И Сталин долго обдумывал, что можно противопоставить этому блоку НАТО. И в феврале 1951 года он пригласил в Москву на совещание не только лидеров всех европейских соцстран, но и руководителей их военных ведомств. Эта информация содержится в нескольких источниках, в частности, в записках генерала Чапика, который тогда был министром обороны ЧССР. Это содержится в записках того же Матиаша Ракоши, генсека Венгерской партии труда, ну и так далее. И вот вероятнее всего в 1951 году как раз и создается вот эта вот военная структура, секретная военная структура, которая потом будет преобразована уже в Варшавский договор. Понимаете? Да, так вот я и хочу сказать, что вот этими всеми процессами, то есть созданием социалистической системы или системы соцлагеря занимался непосредственно во времена Суслова, во времена Сталина. Да, никто иной, как Михаил Андреевич Суслов. Работа эта закончилась положительно, поэтому с этой точки зрения надо плюсик Суслову поставить в его биографии. Дальше. При Хрущеве Суслов продолжал курировать международную деятельность. В частности, вот тот самый международный отдел, который был создан в 1955 году и который возглавил Пономарев Борис Николаевич. А вот когда Суслов становится главным идеологом, а это уже происходит после 20-го съезда. Более того, это, по всей вероятности, становится уже как бы незыблемым, когда Хрущев разгромил антипартийную группу. Почему? А дело в том, что в разгроме антипартийной группы неоценимую услугу ему оказал никто иной, как Михаил Андреевич Суслов. Почему? Он ему теоретическую базу под это подвел. Ведь первоначально, когда схлестнулись Молотов, компании Хрущев, то Хрущев характеризовал вот этот вот как бы конфликт как бунт на корабле. И не более того. А Суслов ему сказал: тю-тю-тю, вы что, Никита Сергеевич, это нарушение резолюции 10-го партийного съезда о единстве партии. Это фракционность, за которую из партии надо исключать. И Хрущев за это уцепился. Поэтому у нас потом и родилось вот это постановление о разгроме фракционной, антипартийной, обратите внимание, как название идет, антипартийной группы. Понимаете? Это уже был вопрос идеологический, это уже был вопрос единства партии и т.д. и т.п. И вот после этого Суслов в глазах Хрущева стал фигурой номер один в сфере идеологии. И вот где-то с середины 1957 года Суслов начинает потихоньку подминать под себя всю сферу идеологии. Но в конце 1962 года между Хрущевым и Сусловым пробежала какая-то черная кошка. С чем это связано, трудно сказать. Возможно, это связано с 22-м съездом КПСС, с какими-то противоречиями между Хрущевым и Сусловым по поводу второй волны десталинизации. Потому что Суслов, он же продолжал курировать международное рабочее коммунистическое движение и очень нервно реагировал на позицию Китая. Понимаете, вот в чем дело. И, видимо, Суслов Хрущеву говорил: не надо вот эту вторую антисталинскую волну поднимать. Она приведет к еще большему расколу внутри этого рабочего и коммунистического движения и ухудшению наших отношений с Китаем, что и произошло по факту. И вот, вероятно, вот этот конфликт между Хрущевым и Сусловым по этому вопросу, он вызвал недовольство Хрущева. Он стал поговаривать вообще о том, что он Суслова отправит в отставку. Я сам читал эти документы. Там действительно вопрос стоял именно об этом. И он в 1962 году создает специальную идеологическую комиссию ЦК,
и ставит во главе этой комиссии Леонида Федоровича Ильичева, а не Суслова. Более того, 1962 года Суслов вот в этой секретарской иерархии, то есть среди секретарей ЦК, перемещается со второе на четвертое место сразу. Поэтому я думаю, что Суслов принял самое активное участие в свержении Хрущева. Не случайно именно он читал тот самый доклад на Октябрьском пленуме ЦК, по итогам которого Хрущев и был снят со своих постов. Потому что я где-то уже об этом говорил. Ведь готовились два доклада. Я читал оба этих доклада, они сохранились в архиве. Один доклад готовился в аппарате Брежнева и Суслова. Второй доклад готовился в аппаратах Шелепина и Полянского. Первый доклад был более эмоциональный и как бы такой идеологически заряженный. А второй доклад был более конкретный, с циферками на руках, что называется. И вот в зависимости от того, чей бы доклад прозвучал и кто бы его зачитал, было ясно, кто реально пришел к власти. Так вот, был зачитан доклад группы Брежнева-Суслова. И выступил с ним именно Суслов. И вот после этого Михаил Андреевич становится правой рукой Леонида Ильича в партийных делах. Но он еще не становится вторым секретарем. Я вот специально смотрел одно из заседаний Политбюро в 1966 году, где на организационном заседании решался вопрос о распределении обязанностей между секретарями ЦК и членами Политбюро. Так за Сусловым там значилась не идеология, а международные дела. А идеология значилась пока что за Демичевым, Петром Ниловичем. И вот где-то только после Пражской весны, после вот событий 1968 года, Суслов начинает потихоньку подминать под себя все идеологические структуры. И начинается вымарывание из центрального партийного аппарата так называемых шлепинцев. Потому что я напомню, например, что главой агитпропа ЦК до 1968 года был Степаков Василий Ильич. Очень близкий к Шелепину человек. А Яковлев, который тоже принадлежал к шелепинской группировке, он с 67 по 73 год был ИО, зав. Отделом агитации и пропаганды. Он 6 лет был в статусе ИО. Это вообще какой-то нонсенс. Его не назначали заведующим, но его и не выгоняли, условно говоря. Вот он в таком подвешенном состоянии висел 6 лет, пока его не турнули послом в Канаду. Понимаете? То есть там все очень это довольно сложно. И потом надо иметь в виду, что даже когда Суслов стал главным идеологом, там были и другие секретари ЦК, которым поручались вопросы идеологии. В частности, тот же Михаил Васильевич Зимянин. Понимаете? Вот о чем речь. И когда умер даже Суслов и Андропов формально занял пост второго секретаря ЦК, то есть человека, который вел заседание секретариата, идеологии ему не отдали. Идеологии по-прежнему продолжал ведать Михаил Васильевич Суслов. То есть представлять дело таким образом, что Михаил Андреевич был главным идеологом и никого туда не пущал, и занимался только этим, это упрощение. Самое главное, что было у Суслова, это то, что он вел заседание секретариата ЦК. Секретариат ЦК – это была рабочая лошадка всего партийного аппарата. Потому что Политбюро, но там решались такие вопросы глобального уровня. А вот, условно говоря, жизненные все проблемы и вопросы, в том числе назначение значительной части номенклатурных работников, это была прерогатива секретариата ЦК. И все это прекрасно знали. Поэтому любое сусловское распоряжение, оно выполнялось на эти 2. И потом все знали, кто такой Михаил Андреевич. Он был в жизни аскетом, в работе терпеть не мог всякого понебратства.
со всеми разговаривала очень ровно, только по имени-отчеству, либо по фамилии. Никаких любимчиков у него отродясь не было. Сам в жизни был чрезвычайно скромный человек. Вот его считали эталоном, что ли, аскетизма. Ну, некоторые даже подтрунивали над ним. Ну, например, пальто он носил с каракулевым воротником зимнее. Одно и то же пальто носил больше четверти века. И больше ничего себе не покупал. Понимаете? Это вот был человек такой сталинской, что ли, закалки, закваски. Абсолютно чуждый каких-либо поползновений вот, для личного обогащения и каких-то личных благ. Вот. Много читал. Сумароков пишет, что у него была хорошая библиотека. Он всегда был с книгой в руках. Читал и художественную литературу, и классику. Хорошо разбирался в теории марксизма. Так что вот представлять дело таким образом, что Суслов был какой-то, знаете, сухарь там, идеологический червяк, который там засушил все и вся, но это тоже неверно. Не надо на одного человека все списывать. Евгений Юрьевич, расскажите подробнее о версии гибели Николая Зори, помощника гособвинителя СССР на Нюрнбергском процессе. Понятия не имею. Слушайте, я не входил в состав следственной группы и вообще не интересовался этим вопросом. Я слышал, что его нашли с огнестрельным ранением, и там существует версия, что то ли он застрелился, то ли его застрелили. А более подробно ничего сказать по этому поводу не могу. Правда ли, что Закарпатье населено еще одним отдельным славянским народом, русинами или червоноросами? Почему при присоединении к СССР в 1945 году Закарпатье не получило статус республики? Но опять-таки, вопросы не ко мне. Вот понимаете, формулировка вопросов, почему? Это надо Сталину задавать этот вопрос. И членам тогдашнего высшего советского руководства. То, что эту территорию населяли русины, но это знали хорошо. Почему? Кто это скрывал? Я вот этого не очень пойму. Это уточнялась граница между нами и чехословаками. Был же подписан отдельный договор. То действительно часть территории Чехословакии отошла в состав Советского Союза, была создана Закарпатская область со столицей в городе Ужгород. Там же есть знаменитый курорт неподалеку от Ужгорода, Мукачево. Причем я хочу сказать, что вот эта Закарпатская область, она населена не только этническими русинами, но и этническими венграми. Там, собственно говоря, украинцев, ну, условно говоря, да, западных украинцев, проживало не так много. И основной костяк этого населения составляли именно русины и венгры. Но русины, они превалировали. Вот. Исторически сложилось так, что русины, они больше тяготели к России как таковой, нежели к Украине. Но надо иметь в виду вот какое обстоятельство. Вообще вот этот регион, Карпатский регион, он заселен был огромным количеством разных народов. Народов, которые между собой, ну, прямо скажем так, не очень ладили. Это вот как на Кавказе, понимаете, но и в Ковчег. Так и там. Или с чем это связано? С условиями жизни. Горы. Понятно, да? Замкнутость. Невозможность вот такого, что ли, постоянного общения. Поэтому там, например, на территории Львовской области и на территории Волыни до сих пор, по-моему, проживает такой народ – лемки. Это тоже не украинцы в полном смысле этого слова. Но они, насколько я знаю, в гораздо большей степени подверглись украинизации, чем русины. Причем значительная часть лемков, она жила на территории Польши, на территории той же Холмской области. Но потом, когда Волынь и Галиция отошли в состав Советского Союза, то по договоренности с Москвой значительная часть лемков была переселена с территории Польши на территорию Советского Союза. Понимаете?
Поэтому, когда говорят о том, что вот там на Западной Украине сплошь и рядом одни бандеровцы, там, это тоже упрощение, что ли. Не все так просто. И потом, когда Галиция входила в состав австро-венгерской монархии, то там численность населения русинов была значительно больше, чем в середине 50-х годов. Но стараниями самой Вены там внутри вот этой как бы русинской общины была сознательно поддержана, что ли, условно говоря, такая тихая гражданская война. Часть русинов остались русинами, верные своим традициям, обычаям, верованиям и так далее. А часть русинов превратились в мутантов под названием украинцы. Потом самую паскудную роль, вот это нельзя сбрасывать со счетов, там, на территории Галиции и Волыни, но в большей степени Галиции, сыграла, конечно, римско-католическая церковь. И вот эта вот униатская церковь, которая возникла еще в конце XVI века после подписания Берестейской или Брестской унии, когда значительная часть православного духовенства и православных мирян, они признали римского папу своим, ну, понятно, первоиерархом. Понятно, да? А на чем как бы компромисс этот жиздился? А то, что мы не заставляем вас переходить на латиницу в ваших проповедях и так далее. Пожалуйста, проповедуйте. Но вы будете частью нашей церкви, римско-католической. Папа для вас первосвященник, а не какой-то там патриарх или какой-то митрополит из православных. Понятно, да? Вот. Поэтому там на Западной Украине вот этот этнонациональный вопрос, он до сих пор является довольно острым. Там, кстати, не только на территории Закарпатской области, но прежде всего там, хотя и в той же Тернопольской, и в Черновцах, там же они до сих пор живут вот такими как бы национальными анклавами. Вот как я в Средней Азии в свое время служил, там у них то же самое было. Вот едешь, например, мимо села, это киргизское село, а следующее село – это уйгуры живут. А в следующем селе немцы живут. Ну и так далее. То же самое и на Украине, на Западной Украине. То есть они не смешивались там. То есть венгры живут там, румыны, эти, как ее, русины, ну и так далее, и так далее. Каковы были шансы князя Дмитрия Пожарского на избрание царем? За кого бы вы проголосовали в 1613 году, если бы вдруг там оказались? Такой вопрос интересный. Ну, у Пожарского шансов практически никаких не было. Хотя Пожарский – это Рюриковичи, понятно, да? Но дело в том, что по знатности Пожарские значительно уступали другим претендентам на этот престол. А я напомню, что там есть разные как бы варианты. Говорят о том, что было 7 претендентов, говорят о том, что было 9 претендентов, и даже 10 претендентов называют. В том числе, например, князя Трубецкого, князя Пронского, Шереметьева, Мстиславского, ну и так далее, и так далее. Из них самым знатным был, конечно, Мстиславский. Это Гедиминович. Но дело в том, что он был главой семибоярщины. То есть он был главой, как тогда считали, партии предателей, которая пошла на заключение невыгодного договора с поляками о приглашении Владислава на московский престол. Поэтому его фигура сразу была как бы отринута, и борьба пошла между другими фигурами. Большие как бы шансы стать новым русским царем были у князя Трубецкого. И он вообще считал, что для него избрание царем – это вопрос, в общем-то, решенный. Он ведь во время этого Земского собора постоянно приглашал к себе во двор московский, у него в Москве был большой двор,
на пьянке, гулянке казаков. И вообще, опираясь вот на эту силу донских казаков, он как бы и считал, что его изберут. Никто не будет противиться воле донских казаков. Хотя сами казаки, ну, как опять гласят источники, они посмеивались над Трубецким. То есть, когда они приходили к нему и гуляли, то они ему соответствующие песнопения пели. Как только они со двора выходили, так они его поливали самыми последними словами. Вот. При том, что надо иметь в виду, ведь князь Трубецкой, он был одним из организаторов еще первого ополчения, так называемого Липуновского ополчения 1611 года. И потом, когда это ополчение было разбито, то остатки этого ополчения, они как раз вот были собраны, что ли, Трубецким. И когда уже возникло второе ополчение, то Трубецкой здорово помог Пожарскому в боях в Москве. В частности, ведь именно Трубецкой брал штурмом Китай-город, а потом и осаду Кремля. Но Трубецкого очень побаивались. Не только как его, ну, лично, что ли, но и то, что за ним стояли эти самые казаки. А у казаков тоже были такие планы, что ли, с дальним прицелом. Ведь они хотели собой, что ли, подменить служилое сословие, то есть служилых людей по отечеству, дворян. То есть они хотели свои услуги предоставить московскому государству. Например, того, что было в Речи Посполитой. Типа мы вот реестровые казаки, как вот находятся, например, те же украинские городовые казаки на службе у польской короны, так и мы готовы находиться на такой же службе у русской короны. Нахрен вам нужны эти служилые люди по отечеству? Мы вам заменим их. Поэтому, ну как бы, с этой стороны еще побаивались казаков, как реальную альтернативу, что ли. Угрозу ликвидации целого сословия, военного сословия. И поэтому Трубецкой тоже здесь, что называется, оказался не ко двору. Поэтому избрали Мишу Романова. Почему избрали Мишу Романова? Разные источники и разные авторы тоже дают разные варианты ответов на этот вопрос. Но мне кажется, что главное здесь было вот в чем. Первое. Надо себе четко уяснить, что на этом соборе избирали не новую династию, а нового царя. Только самого царя. Ни о какой династии речи еще не шло. И вот эти все песнопения наших нынешних царебожников и представителей Русской Православной Церкви, они, что называется, от лукавого. Они вот все время хотят представить дело таким образом, что на соборе 13-го года избиралась новая династия Романовых. Но это неправда. Все больше и больше аргументов в пользу того, что речь шла лишь об избрании царя. Например, вот, кстати, той же самой Речи Посполитой, где избирали короля вальным сеймом. Ярким доказательством этого является один интересный факт, я его уже как-то приводил. Это проект женитьбы дочери Михаила Романова Ирины на датском, по-моему, принце Вальдемаре, если я не ошибаюсь. И уже вроде бы даже кашу собирались, что называется, варить, то есть гулять свадебную кашу. Но в последний момент не сошлись по вопросам вероисповедания. Он никак не хотел переходить в православие. Понимаете? Этот проект был в 1644 году. А Михаил в 1945 году скончался. Ну, видимо, он уже чувствовал свой уход, поэтому этот проект и родился. И когда он умер, то его старшему сыну Алексею, Алексею Михайловичу, было-то всего 16 годиков. Пацан. И ни по какому праву наследования он занял престол отцовский. А предстояла борьба, острая борьба между дворцовыми группировками. И там, конечно, выдающуюся роль сыграл воспитатель Алексей Михайлович, боярин Борис Иванович Морозов.
который потом стал и родственником царя. Они обженились на родных сестрах. Причем за Алексея он отдал старшую сестру, а себе в жены взял младшую сестру, будучи значительно старше Алексея Михайловича. Потом своеобразным реваншем как бы вот этой борьбы дворцовых группировок станут события 1648 года. Вот этот знаменитый соляной бунт, в результате которого от власти будет отстранена партия Морозова-Траханиотова. Кстати, сам Траханиотов, Петр Траханиотов погибнет в ходе этих событий. Там Назарий Чистой, ну и так далее, и так далее. Прищеевы. И к власти придет вот новая группировка придворной знати. Адоевские компании. Адоевский – это, кстати, тот самый, который, по сути дела, был автором знаменитого соборного уложения царя Алексея Михайловича. Так что вот это первое обстоятельство. То есть что на вот этом соборе избирали не династию, а избирали царя. И второе важное обстоятельство. Дело в том, что Романовы во времена смуты успели побывать во всех партиях. В том числе среди тушинских воров, в том числе среди семибоярщины и так далее, и так далее. А это было важно в том смысле, что они бы не развязали новую гражданскую войну. То есть они как бы саккумулировали на себе вот это вот противостояние тех группировок, которые схлестнулись во времена смуты. Представители всех этих группировок. То есть у каждой из этих группировок возникла некая гарантия того, что против нее не будут начаты политические репрессии, когда сам Михаил Романов утвердится на престоле. То есть будет заключен, ну, такой, пусть зыбкий, но мир между всеми вот этими вот разными политическими партиями. Так оно на самом деле и случилось. То есть в данном случае ставка была сделана правильная. Еще важное обстоятельство, почему Романов стал царем, Миша Романов. Дело в том, что среди претендентов на престол в основном были представители княжеских фамилий. Либо из Гедеминовичей, либо из Рюриковичей. Ну, я уже называл там Трубецкой, Мстиславский, Пожарский, Пронский и так далее. А среди боярских кланов было всего две фигуры. Это Шереметьев и Романов. Так вот, Шереметьевы в самый последний момент свою кандидатуру сняли и сплотились вокруг фигуры Романова. Потому что вокруг фигуры Романова и сплотились все старомосковские бояре. Они во многом и предопределили его победу. Им надо было, вот этим старомосковским боярам, вернуться во власть. Вернуться в ту самую власть, которая у них была отобрана еще при Иване Грозном. То есть вернуть себе свой статус, свое влияние на выработку основных направлений внутренней и внешней политики. Потому что во времена Ивана Грозного, а затем и при Годунове, вот эти вот старомосковские кланы, они были подвинуты. Все вот эти Морозовы, Салтыковы, Сабуровы, Шереметьевы, Буйносовы и т.д. и т.п. И на первый план вылезла вот эта вот вся княжеская аристократия, княжат эти все. Все эти Трубецкие, Адоевские, там, Мстиславские и т.д. и т.п. Поэтому вот таким вот образом. За кого бы я проголосовал, трудно сказать. Я ни с кем из них лично знаком не был. Это первое. Рассказывайте вот. Столько, как будто были. Ну, можно сказать, что был, да. Во-вторых, я не знал их политических программ, кто чего предлагал. Поэтому в данном случае я могу только методом, что называется, тыка, да, сказать, а я вот проголосовал бы за князя Пронского, условно говоря. И была бы у нас какая-нибудь династия царей Пронских, а не Романовых. Оправдали, что СССР-революционер Евна Азев был двойным агентом, и насколько, как вы считаете, его фигура схожа с фигурой Навального, которого обвиняют в том же?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры. Слушайте, но Евназьев, насколько я знаю, он не был агентом иностранной разведки. Он был агентом департамента полиции, но это хорошо известный факт. Его тогда же разоблачили. Это, кстати, стало одним из таких смертельных ударов, что ли, по боевой организации партии эсеров. Потому что я напомню, что где-то на рубеже 19-20 веков из разных народовольческих групп стала формироваться новая политическая сила, партия эсеров. Понятно, что она была подпольной. Это вот после того, как революционные народники потерпели сокрушительное поражение после убийства Александра II. Ведь тогда Александр III закрутил гайки, революционное народничество было практически изничтожено, все они ушли в подполье, в глубокое. Тогда вот в рамках этой, что ли, народнической доктрины возникает новое течение легальных народников, Михайловский, Южаков и компания с их теорией малых дел. И вот только после смерти Александра III, где-то вот в конце 19 века, и у нас в стране и за рубежом начинают возникать первые неонароднические революционные организации. Вот это я хочу подчеркнуть. Именно революционные организации. На рубеже 1901-1902 годов, там историки спорят, потому что достоверных сведений нету до сих пор, проходит какой-то объединительный съезд нескольких этих структур, и создается ЦК партии эсеров. Хотя учредительный съезд этой партии будет проведен только в декабре 5-го, в январе 6-го года, то есть в разгар Первой русской революции. Но тогда, вот в 1901 или в 1902 году, был создан единый ЦК. Даже не знают точно персональный состав этого ЦК. Ну, говорят о том, что туда якобы была включена и Брешко-Брешковская, это бабушка русской революции, и Виктор Михайлович Чернов, будущий лидер эсеров, и Борис Савенков, и так далее, и так далее. И тогда же параллельно создается боевая организация партии эсеров. Причем по своему влиянию и значению она даже превосходила ЦК. То есть она была как бы не под ЦК, она была параллельно с ЦК. Они сами там принимали решения и мало считались с тем, что ему давало руководство самой партии. И вот расцвет, что ли, этой боевой организации партии эсеров пришелся как раз на 1902-1906 года, когда они организовали, ну, буквально повальный террор против представителей государственной власти. Но достаточно вспомнить, что в том же 1902 году они грохнули Боголепова, потом они грохнули Плевы в 1904 году, в 1905 году великого князя Сергея Александровича, ну и далее по списку. Есть такая американская исследовательница Анна Гефман. Она в свое время публиковала монографию, посвященную эсеровскому террору. Так она подсчитала, что вот за этот период в результате эсеровского террора погибло около 17 тысяч человек. В том числе более 200 представителей имперской государственной власти. А под периодом какой период? Я говорю 1902-1906. То есть это предреволюционная пора и вот пик, что ли, революции. А потом в условиях уже так называемой Столыпинской реакции происходит резкий спад вот этого эсеровского террора. Кстати, эсеры же покушались на самого Столыпина несколько раз. Самое знаменитое покушение – это вот взрыв в Аптекарском переулке в резиденции Столыпина, в ходе которого пострадал и сам премьер. Ну, он получил, так сказать, небольшую контузию, но среди тех, кто покалечился, была его дочь. По-моему, ей оторвало то ли одну, то ли две ноги, ну и так далее. И он чудом ведь спас, потому что когда к нему в приемную пришел посетитель, то адъютант Столыпина, он что-то заподозрил неладное, и когда
тот попытался войти в кабинет Столыпина, то он преградил ему дорогу. Ну и тот привел вот эту бомбу в действие. Понятно, что от этого генерала, от этого террориста ничего не осталось. Ну а в результате там погибли, получили ранения несколько десятков человек. Там же находились посетители у Столыпина. Это был присутственный день. Вот. А в 1908 году, если я не ошибаюсь, я же небольшой специалист тоже по этому вопросу, да, Азев был разоблачен как агент царской охранки. Ну, понятно, что ему вынесли смертный приговор. И вот после разоблачения Азефа руководителем боевой организации эсеров стал никто иной, как Борис Викторович Савенков. В свое время, кстати, Карен Шахназаров снимал фильм как раз про Савенкова. Довольно известный литератор, публицист. Ну, человек, прямо скажем, таких радикальных взглядов. И он пытался возродить эту боевую организацию, но у него ничего не получилось. Все эти попытки закончились провалом, и в 1911 году вот эта боевая организация эсеров практически прекратила свое существование. Да и сам вот этот народовольческий террор, он сошел на нет. Так что вот так вот. Как считаете, какой результат будет у общественного голосования по поводу установки памятника на Лубянке, Дзержинске или Невске? Слушайте, я только что проголосовал, вот... У меня открыто, да, я как раз думал, для вас сюрпризом будет. Ну да, там вот когда я голосовал, там 50-50 было, то есть Дзержинский и Невский. С утра было 53-47 в пользу Невского, а сейчас 51-49. Но меня... В пользу Невского, да. Но меня как бы это искренне удивляет. Слушайте, дело в том, что, конечно, это накручивать в пользу Невского. Безусловно. Все. Тут BBC даже давал какую-то ссылку на, конечно же, неназванный источник в мэрии, где было написано, что власть намерена приложить все усилия для того, чтобы Александр Невский победил. Но те опросы, которые мы проводили, там, конечно, уверенную победу, там 75-80% одерживал Дзержинский. Слушайте, ну это вообще эрзац демократия. Вот это вот действие выдают за некую демократию. Но на самом деле меня просто попросили, поэтому проголосовал. А так я не воспринимаю это как выявление, что ли, истинных настроений народа. Это самый настоящий эрзац демократия с традиционными подтасовками, которые у нас сейчас стали нормой. Я вот это хочу подчеркнуть. И обязательно вот эта русская православная церковь нам везде протаскивает Александра Невского. Он у них стал неким... Мне просто жалко Александра Невского, честное слово. Он уже умер, Господи. Вот ему сейчас как раз в этом году будет праздноваться 700-летие со дня рождения. Прожил он 42 года. Ну, вот считайте, да, почти... Или больше, чем 750 лет назад умер. Вот он думал, что когда-нибудь его именем будут манипулировать, использовать его в политической борьбе против советской власти. Вот пришли бы к Александру Невскому, так сказать, посланники, и сказали: Александр Ярославович, вы имеете в виду, что мы вас в покое не оставим. Мы из вас сделаем святого. А его же практически сразу канонизировала Русская Православная Церковь, во многом благодаря Кириллу, тогдашнему митрополиту. В отличие, кстати, от Дмитрия Донского. Дмитрий Донской был, знаете, когда канонизирован? Только когда 600-летие Куликовской битвы праздновалось в 1980 году. Задумайтесь, почему. Понимаете? Потом создано будет житие святого Александра Невского и пошла писать губерния. При Иване Грозном уже будет образ Александра Невского раздут до невероятных размеров. Вот. А при Петре Первом Александр Невский станет одним из столпов русской имперской идеологии. И Александра Невская лавра будет создана, затем орден Александра Невского будет учрежден и т.д. и т.п. Понимаете? Потому что Александр Невский был, конечно, фигурой противоречивой, он был человеком своего времени.
Называть его предателем русских национальных интересов и смрадной фигурой русской истории, как это делают наши либералы, я, конечно, бы не стал, потому что это не соответствует действительности. Но и делать из него, знаете, такого рыцаря без страха упрека тоже бы не стал. Потому что хватало всего. С одной стороны, он действительно сыграл выдающуюся роль в остановке так называемой крестоносной агрессии, которая представляла серьезную опасность для северо-западных русских земель. И он сохранил, что самое главное, выход в Балтику. Потому что для нас тогда выход в Балтику – это был, по сути дела, единственный выход для международной торговли. Вот это надо иметь в виду. Других путей для наших товаров на рынке там Восточной и Западной Европы не было, реально не было, кроме Балтики. С другой стороны, он вынужден был играть по правилам, которые были установлены Ордой. Вот Гумилев и компания выдумали там потом целую концепцию о том, что якобы он стоял у истоков Русско-Ордынского военного союза, что он чуть ли не породнился с сыном Бату с Артаком и т.д. и т.п. Это, конечно, полная ерунда. Просто Александр Невский, будучи политиком, не глупым политиком, он прекрасно понимал, что в тех условиях, я вот это хочу подчеркнуть, в тех условиях любое противостояние с Ордой, это будет неравное противостояние, которое грозит уничтожению вообще как таковой русской государственности. Поэтому он вынужден был действовать в логике тех политических процессов. Когда при хане Берке монголы начинают перепись населения для обложения данью, так называемая запись число, и весь Северо-Восток и Новгород восстали против этого, Александр Невский подавлял эти восстания с участием монголов, или ордынцев, правильнее сказать, потому что он прекрасно понимал, что в противном случае на Русь вновь пойдут татарские рати, которые оставят одну выжженную землю. В этой ситуации он вынужден был действовать именно так. А потом ездил в Орду отмаливать Русь от нового похода и от посылки в сарай русского воинского контингента. Потому что тогда Берке воевал, в Персии сидел тоже Чингизид, забыл я его как Хулагу, по-моему. Вот. Ему удалось отмолить. А на обратном пути он когда поехал, там есть разные версии, то ли он заболел, то ли его траванули. В общем, он в городце скончался, только пересек границу Орды и Руси и принял монаший постриг, или схиму, вернее, даже, и скончался. Понимаете? Но вот мне не нравится то, что у нас начинает вот использовать фигуру Александра Невского как вот такой политический жупел, с помощью которого расправляется с советской историей. Если бы Александру Невскому это бы сказали при жизни, он сказал бы, а то вас, ну что вы, ни в коем случае не надо. Я уважаю товарища Сталина и товарища Ленина. Вот. Я считаю их выдающимися представителями русской национальной истории. Но это я шучу, конечно, но чтобы было понятно. И потом, с какой стати вообще памятник Александру Невскому в Москве-то? Вот вы мне объясните. Зачем влепили памятник этому Владимиру? И не где-нибудь, а у Кремля. Он вообще о существовании Москвы-то знал? Опять-таки мы начинаем... Мы обвиняем этих хохлов в том, что они там извращают свою историю. А мы чем занимаемся? И впереди паровоза здесь бежит вот эта самая русская православная церковь. Так называемая. Я ее не считаю ни русской, ни православной, понимаете? Я вот тут слушал выступление этого Илариона, второго человека в русской православной церкви. Но это просто нечто, понимаете? Опять ушатый грязи на советскую историю, опять абсолютнейшая ложь по поводу массовых репрессий, ну и так далее, и так далее. Миллионов невинно загубленных. Вот. А ведь может возникнуть такая ситуация, когда именно этот человек станет во главе Русской Православной Церкви. Мы с ним ровесники. Он моложе Кирилла ровно на 20 лет. Кириллу уже в этом году будет 75. Но сколько он еще во главе церкви побудет? А он там свои кадры расставляет, если что. И вот представьте, что этот человек окажется
новым патриархом. Вот его изберут. И что тогда будет с этой русской православной церковью? Да там война начнется, я вас уверяю. А чтобы расколоть эту церковь русскую православную, это чьи планы-то голубые? Не наших заокеанских партнеров? Может быть, это будет очередной акт марлеонзонского балета? Они уже украинский сегмент русской православной церкви отделили. Ну, пока что еще не весь. А здесь они будут бить по самой уже русской православной церкви, которая здесь в России. Если, не дай бог, вот этот вот Илларион станет новым патриархом. А ведь он активно продвигает какие идеи? Ну, например, создание кафедр теологии в разных университетах и институтах. Он курирует так называемую общецерковную докторантуру и аспирантуру. То есть он свои щупальцы там, что называется, расставил. Такой вот божий одуванчик сидит, такой музыкант. Данишевский, что ли, его фамилия? Как его настоящая фамилия? Вот. На клавесине он играет. Понимаете? Ту ли музыку он на клавесине играет? Это Илларион. И с какой целью его вообще забросили к нам сюда? Потому что я напомню, что этот товарищ начинал свою партийно-политическую карьеру в Русской Православной Церкви не где-нибудь, а в Литве. Когда Литва была флагманом сепаратизма в годы Горбачевской перестройки. И он там активно поддерживал этот самый Союдис, движение за перестройку или в поддержку перестройки. Вообще, я считаю, что Русская Православная Церковь в последние 10 лет она себя сильно дискредитировала активным участием в политике. Все-таки при патриархе Алексии такого не было. У людей было больше уважения к церкви. А сейчас я вот даже по своему кругу сужу. У меня мама покойная прекратила ходить в церковь, перестала, вернее, ходить в церковь. Сестра брата тоже перестала ходить в церковь. Многие из моих близких перестали ходить в церковь. Я сам, кстати, перестал ходить в церковь. Если в нулевые года я еще ходил в церковь, сейчас я не хожу в церковь. Я не считаю, что церковь – это нынешняя церковь. Она вообще когда-нибудь подняла голос свой в защиту сирых и убогих? Она, по-моему, все больше и больше старается к власти, что называется, притнуться, прижаться. Понимаете? Но иметь вот это... Иначе-то. Иметь эту царскую ругу. Нет, но были времена, когда было иначе. Были времена, когда и во главе церкви стояли фигуры достойные. Последний вопрос на сегодня. Он такой будет собирательный. У нас, собственно говоря, тоже в песочнице принято квалифицировать события 93-го года как государственный переворот под руководством Ельцина. Вопрос, конечно, сослагательное наклонение, но все-таки, как, на ваш взгляд, повернулась бы история страны в лучшую или в худшую сторону, если бы победу в тот год одержал Верховный Совет? Слушайте, но в истории нет сослагательных направлений. Понимаю. Сослагательных наклонений, прошу прощения. Слушайте, а кто был во главе Верховного Совета? Хасбулатов? Хасбулатов. Ну, так по мне, хрен редьки не слаще. Понимаете, вот в чем дело. Мне трудно оценить, вот честное слово. И тот же Рудской, вот я сейчас смотрел его две программы на канале Андрея Караулова. Ну, вроде бы он говорит вещи все правильные, все грамотно. Но ты был губернатором Курской области, по-моему, 2 созыва, если я не ошибаюсь. 2 срока. Да. Но что ж ты тогда вот из Курской области ты не сделал конфетку? Почему, например, в соседней Белгородской области Савченко смог сделать, а ты не смог? То есть идеи-то твои хорошие. А вот возможность их реализовать
ты не использовал. Насколько бы ты тогда вот эти свои хорошие идеи, действительно здравые идеи, смог бы реализовать в рамках России. И потом, насколько я знаю, я немного знаком с Рудским, познакомились мы еще в середине 90-х годов. Я его тогда, кстати, привозил в школу, вот в этот клуб интересных встреч, когда работал учителем. По-моему, в 95-м или в 96-м году, я сейчас запамятовал. Понимаете, на мой взгляд, Александр Владимирович, он из породы тех людей, которые, во-первых, машут шашкой по делу и без дела, а во-вторых, которые мало слушают альтернативную точку зрения. Это тоже не лучшее качество политика. Поэтому мне трудно сказать, что бы было, если бы победил бы Верховный Совет, и, например, Рудской бы стал президентом страны. Насколько бы он, например, был бы свободен в своих действиях от других олигархов. Вот я что хотел бы сказать. Ну да, при Ельцине к власти пришла вот эта вот семибанкирщина. Березовский, Гусинский, этот Абрамович, потом этот... Ходорковский и т.д. и т.п. Но вот насколько бы... Если победил бы Верховный Совет, к власти не пришла бы другая семибанкирщина. Понимаете? Вот это большой вопрос. И в этом смысле хрен редкий не слаще. Ну, иными словами, с вашей точки зрения, это было все не более чем борьба за власть, а ни в коем случае не борьба образа будущего или идеологии. Конечно. Это была чистой воды борьбы за власть. Потому что и Хасбулатов, и Рудской тогда, будучи членами партии, отреклись от этой партии, от ее идеологии. Тогда все они были такие. Это потом, задним умом, вот увидев, что они, собственно говоря, натворили, увидев, к чему вот этот вот квазикапитализм такого полуфеодального типа привел нашу страну, они, что называется, просветлели. И многие сейчас стали сторонниками и Советского Союза. А ведь в начале и в середине 90-х годов, да даже в конце 90-х годов, многие те, кто родился в Советском Союзе, кто жил в Советском Союзе, они по-прежнему продолжали верить в светлое капиталистическое завтра. Они по-прежнему считали совок кровавым мордором, Сталина, Ленина и всех остальных преступниками и так далее, и так далее. Бытие определяет сознание. Вот когда, что называется, дошло до точки, когда... все эти обещалки так и остались обещалками, люди потихоньку стали прозревать, понимать, что что-то не так. Вот, ну что ж мы топчемся все на одном месте-то? Время-то идет, жизнь уходит, уходят целые поколения, а мы никак не достигнем тех вот рубежей, которые у нас даже были. Вот о чем речь-то идет. Нас все время кормят завтраками. И у нас на сцене одни и те же клоуны, понимаете? Владимир Вольфович Жириновский. Вот он как давал представление в 91-м году, первого появления, это 91-й год, когда на Верховном Совете РСФСР еще тогда его утверждали в качестве кандидата президента страны. Он выступил тогда с пламенной речью, я помню эту речь, такая зажигательная была, она здорово отличалась от привычных докладов, которые читались по бумажке. Он тогда был молод, ему было тогда всего 45 лет, понимаете? Ну, подумать, 45 лет. Он был в расцвете своих сил и интеллектуальных, если они у него есть, конечно. Хотя есть. Не надо думать, что Жириновский дурак. Он далеко не дурак. И, кстати, человек образованный, я с ним общался. Потом у него есть очень хорошее качество, он быстро схватывает на лету информацию, переваривает ее и выдает ее за свое. Вот это такая уникальная способность политика, понимаете? Но, что называется, засиделся, заигрался. Не хочется уходить, вот понимаете, вот не хочется, ну вот на пенсию. Вот на... Без него партия умрет. Его ему не дают, я думаю, уйти. Да нет, слушай, если надо поддержать партию, найдут там. У него там есть, кстати, толковые ребята, тот же Нилов. Да, вот. Только их никто не знает. Ну, раскроется. Партия одного человека.
Но вон сейчас этого Захара-то раскручивает. Он на все... Только мне кажется, что это со знаком минус. Лучше бы Захар поменьше ходил бы на телевидение. Каждый после его... того, как они привлекли Сережу Зверева, репутационные издержки были непоправимые, на мой взгляд. А Зверев это кто такой? Ну, пидорасик этот, стилист. А, серьезно, что ли? Да. О, Господи. Да. Нет, а Миронов-то, посмотрите, слушай, Миронову скоро будет 70 лет. Ходит горбенький такой старичок, там это, ну, возился бы со внуками, мать честная. Нет, занимается политикой, папочку себе для разговора с президентом, там что-то сидит, умничает на камеру, что-то пишет. Их книжку выпустил, Серега. Слушай, ты что, совсем, что ли? Ну, тебе 70 лет, а ты себя... как пацан, Серега, еще главное в названии книги. Но ты хотя бы немножко подумай, но над тобой смеяться-то будут даже не твои, так сказать, эти, ну, современники, а потомки. Потомки возьмут книгу, а это кто такой? А это председатель Совета Федерации. Ну вот представьте, Вита выпустил бы книжку и назывался бы Серега тоже там, да? Или Столыпин выпустил бы там Петька, понимаете? Но меня там в детстве отец звал Жаконя. Вот, я не знаю, почему он так звал там. По-моему, какой-то мультфильм был. Ну, вот. Потом меня в семье стали Зайкой звать. Мне брат дал эту кликуху, и так она что-то ко мне привязалась, и все мои родные там Зайка, Зайка, Зайка. Я уже к этому при... Но у меня же хватает ума не выпускать подобного рода книжки-то. Зайка. Зайка моя. Вот. А это политик федерального уровня, председатель Совета Федерации, третий человек в стране. Серега. Ну вот представьте себе мемуары Иосифа Сталина, Йося. Или даже мемуары Хрущева. Никитка. Ну абсурд полнейший. Вот у нас вот как в капле воды, вот вся эта политика и отражается в этой книге Миронова. Серега. Это вот как фильм был этого Бондарчука. Дядя Петя, ты дурак? Вот такой же вопрос можно адресовать и ему. Вот на этой оптимистической мы, пожалуй, и закончим. Ну, для тех, кто все-таки верит в народовластие, напомню, что голосование по поводу памятника на Лубянке проходит на сайте «Активный гражданин». Я все-таки проголосовал. А на прямой связи со студией «Аврора» был историк Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, большое спасибо за ваши ответы. Спасибо вам. Для тех, кто присоединился к нам недавно, напоминаю, что запись данной трансляции будет опубликована у нас на канале и на канале Евгения Юрьевича в воскресенье в 10 утра. Не сдаемся, держимся вместе, классовая борьба продолжается. Я государственную власть.